Mazda CS. Команда Орелла была ведь. Войт, скажи, блядь. Чё? Пиздец, блядь. Пиздец, ты говори, ты говоришь паладину? Войт, скажи. Ты говоришь команду РЛ, блядь. Не хочу бафать. Я же РЛ-то. Я РЛ, короче, давай смартку каски. Нихуя, блядь, иди в жопу. Сука. Ты заебал, блядь. Сам не хочет бафать каски? Пиздец, бля. Пошел. Че делаете, ём? Что как девочка-то, блядь? Занула нахуй. Как девочка, нормально будет так, да? Там диван он походу дал, или что он дал. И ничего страшного. Да не води ты, выйти его, зачем ты водишь? Еще Валоран его приведи, а то нам не стоится на месте. Я хуй знаю, я пиздец, да. Сказал, не хочу ничего бафать, а ты говоришь, иди в жопу. Ну иди сам. Ну куда ж вы врыть? Не знаю почему-то, я ничего не говорю. Да уйди ж ты отсюда, каплок. Пиздец. Тупо. Вообще смотрите, что у нас метка есть. А Войт там какой-то эклипс спрашивает луком в РС. Слав. У нас танка нету. Ты говоришь про Лока. А, у нас фулс. Я просто думал, у нас два слота. Смарт-кью, пойдем давай. Ты че как, блядь? Ты девочка, ты плачешь, ну? Плюсуй давай, пошли. Его вроде воркаут. Куда это нахуй? Славик, ты кикнул что ли его? Нахуя? И чё? Я сказал в жопу идти. Это ты сказал, когда сказал, что не хочешь бафать каски. Так что не надо. Идите в жопу. Так и сказал Капару. Ну вот. Вот типа так я тоже так сказал. А ты что делал? Кикнул, потому что ты РЛ, да? Сам иди.
А тебе типа тебе это нравится, брать и кикать, и захотел, иди в жопу, не захотел. Да бля, хорошо уже. Что Шарик, нравится? Что за нытьё? Тебе якобы как орел можно послать людей в жопу, да? Ну хорошо. Ставить может, да? Тоже бабку тебе. Сказки дай. Слипал. Да я там, барабан. Вон Мегатрон пришел. Так кресты я же там. А тебе Пау тоже надо РС? Просто там еще и Мегатрон пришел, еще какой-то лог просился. А что Мегатрон нужен? ДК. А, цирк приехал. Там же вроде есть какой-то талант или что-то. Ай, мать убила. Ай. Просто меня чуть не убило. Затащил слово. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Я тебе скажу. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Да, прота не надо, потому что... А, у вас и нет прота. Мы даже не успели понять, что происходит. Я вот почему тебя вчера просил во тьме потанчить, думал, тьму будет хилить. Потому что айсфриз каждую плюху ловит, вот не знаю. Такое ощущение, будто у меня ни уклона нет, ни пари вообще ни хрена. Хрен, да не, его бы убило спиной. Ну, я не знаю, каждую плюху ловит, я его сколько не хилил. Блин. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... маг какой-то и Ханс Арут Бёрс. Мне еще нравится другое. Этот Ханс вроде как вагон 5.3, а все равно АФКшит. То есть, ну, вообще не мог. Мама кожу.
посмотри, что пишет. Я написал, я сказал, что он каждый удар ловит, а он, посмотри, какие гадости пишет. Ну, это полный неадекват. Да-да, прям как ты. Суслятинка, какое же ты неадекватное состояние. Вообще неадекватный. Может быть, раньше он был неадекватным. Ну, я же ничего плохого не сказал. Ну реально, обижаться на фигню. Он что, левой? Пиздец. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Прости, Слав, прости, а кто в святости захилит? Я просто не понял, из тех, кто не заходит. Перекиньте врага. А что по танкам, кто где? Просто мне показалось, а начинает Слав, кто? Слав, мне показалось, что ты искал двум пристам во тьму зайти, потом выйти. В итоге без хила в свету танк встречает Халиона. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Слав, мы прям пали. Метка, Слав. Теор, ну блин, вы чё? Thank you.
Вот какой пидор, сука, там стоял, блядь, ёбащий, ладно. Ну так и было. Какая-то сова и лук стали прямо в пузо и стояли. Какой нахуй лог, блядь? Вообще стоял вдалеке. Ну какой-то орк в ткани. А вторая остается наверху, да? Да никто не остался. Да я уже понял, да. Да там все равно лучше были. Слав, ты лук поменяй, пожалуйста. Да, поменял, поменял, сори. Кто выносил метку, вообще неправильно вынес. Ваншот мыть. Убило мыть. Там ваншот. Я это все, блядь. Там пока лежит уже. Сколько еще таких героев? 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 Сколько еще таких? Сколько еще небеса в огне? А у нас ЕП будет? Как сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? А, чем? Что так не убьем? Там просто БДК без ХП 3, поэтому его надо хилить нормально. ДЦ особо не держит танка. Вон Белин очень... хочет. Холи Креста спекулюсь. Да, что-то много в свету будет. Аж три. Может тогда Саншу не выходить просто в свет. А мы и так с ДЦ поддержим. Пускай Саншу, наверное, тогда останется во тьме. Какое великое исцеление. Это не сдохнут быстрее, чем я докащу. Исповедь прокаститься не успела, мы это сдох уже. Сейчас ману допью, Слава. Бафните крест по хату. Креста нету, холи креста. Ребят, кулак дали, крест не дали по крестам. Что за дела? За место кулака крест лопнул. Кто кулак раздавал, плюсы нити? Я каски дал себе. Шипс, Дота, ты можешь кастерам дать крест вместо кулака, пристам конкретно? Локу.
Походу паладин не ворка, ему плевать на всех. Меня тоже кинь, пожалуйста. Слава, подожди, Павлу РК дам. А то он не в РК. Павл, сейчас он зайдет, шип с дота. Ему не дали РК, когда его приняли. Так ему не дали, он пишет, когда приняли в группу. Сейчас он зайдет. Все, готов. Да кто вырежку? Давай, беги, беги. Ну, перебегайте, чё вы стоите? Кинул дымок. Да нет, там пол рейда упало. Треска, беги, беги, беги. Славку постигла неудача. Бегите, совы. Выноси зикс друг. Молодец. Да, вот там эти, молодец. Настя. Лужу дашь, как он будет приходить, чтобы он флот не убил. Ну и там. Дальше. Ну ладно, тебе виднее. Ну да, я ЛПшку. Просто пока ДД выйдет, все равно Грон убьет, как бы. Поэтому можно и лужу дать. Сейчас веселиться будем. В три приста, короче, держать свет. Это вообще нечто. Да, не умрут. Нет, 50 нормально для этого инста, вполне. Бельдин, стань сейчас в мэтью, чтобы страховать, потому что иначе ты не заберешь. Я есть свет, и я есть тьма. О, давайте. Давайте, давайте, давайте. Вот смотрите. Никого не ваншотает. Саншу, беги. Фрейди уже. Маг. Маг. Понятно все. Под морду не лезьте. Нет, он не упал, но с него лужа спала прямо в центре рейда. По времени просто. Опять на нем метка на маге. Перебегайте. Thank you.
по Билину прилетает больше, чем помыть Альпич. Гид. Бьем. Микролабик. Беги, беги, беги. Бегите на другую сторону, ребят. Да, да. Это при том, что два танка и три чувака. Только танк. Надо рестнуть Войда. Блин, снова лес. Чешки нету, пипец. Такой говно вот этот пиздец. Чё, чешка нормальная же на танка. Ну, орган лучше, да? Да, орган намного лучше. Попробуй. Почти что. А я хотел спросить. Крономика, она убогая, честно. Это тринка тебе, ну честно. У танков парирование, какая уклон это... вообще есть карпы? Есть. Их не собирают или собирают? Они собираются шмотом. Он только за защиту собираешь. Они собираются шмотом на определенный процент. Ну да, поэтому нет смысла забиваться камнями. Я вроде варом уже ходил в РС-ку в обычку. Значит, я по не могу на него получить, правильно? Занк. Хантон. А, Войд, я, кстати, тоже ходил ретриком-то. Получается, я не получаю, да, на ретрика ЕП? Платина ЕП. Ну, все тогда. Ну, типа, с каждого все инста тогда один раз за КД ты можешь получить, да? А чё я вот, допустим, слышал, если... Подождите, Слав, там просил этот, Виталий Кун на ретрика ЕП кинуть, Виталий Кун. Да, нельзя, я просто хотел уточнить, если это так вот можно, свара там КД вешать и на ретрика кидать, и с другого ретрика тоже ходить и кидать на Виталий Куна. Вот это я вот хотел уточнить. Нет, только так можно только по одному КД, по одному инсту разному. Если одинаковый инст, два ЕП на одного персонажа нельзя. Ну, да мне ничего не надо на вары, на того ретрика. Но мне как певчий сказал, что только на одного перса. Получается, да, не получается. Бля, короче, я не получал. Сейчас погоди, я другим зайду, я вроде получал два раза на него. Ну я же сходил в гильдой, я только в гильдой. Или чё, когда я помню, с шаманом вроде ходил хэнпал. Только я не помню там на кого вот это. Сейчас я на паузу. Чё, журнал идёт? А, так, бля, я хэнпал-то с пугами был. Чего целый кайф?
Как сальтухи на маунте вертеть? Напомните. Да-да-да, сейчас я захожу по вам. Сальтухи на маунте как вертеть, напомните? Бля, там кнопки какие-то... Нумовские, по-моему. Нет, не катит. Не работает. Норм было бы. Ладно, всем пока, давай.